Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджана Самаюктам Бриндаванам Манохарам Банча калпатаруа шикипасинду бхавача патитанам павуне бхавишнабхибхьо намо намаха мукам кароти вачалам пангум ланхайте гирин яткипатам аханг банде парамананда мадхава Бриндаваи тулсидеваи пияваи кесавасача Шна бхакти паде деви сатта ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттама Девин сварасватин вясам тату жайо мудире Санкиртане Кришна катхо падеше Гаурия патрашо пракасане ча Шадануракта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Ягод Барань Дхейям Сада Паривабхагнам Авишчадухам Тетаспадам Сива Виранчинутам Сараньям Витатиам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Яд пада паллавана качанда мани чатая Висфуржи тагма пигабаваду швадарши Пурнанураграса сагра сарамурти Шарадика мои кадам каруса Си Кришна чайтанна прабхунитананда Си аддайта гададхара сивасади гаура бхакта винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Аджануламбита бхужоу канука бодат Шанкитаной кабитару камала ютакшо Вишамбару дижавару югодхармапало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дадасиниттам Бхавану рупенна саданаранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вибуши тубам бхагам Нараяно прияманга мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшми Риджаса Вакшаши Джасастихиде Самбид Памнишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jada Brahmam Bhamam Hari Rasad Galo Hari Rasad Galo Vishnava Janam Kadachit Sangpasvam Stadanu Gamane Shadruchi Yataha Tada Krishna Britta Tejati Sanakair Maikadasam Sarupam Vibhrano Bimalarasabhagam Sakurute Jada Brahmam Bhamam Hari Rasad Galad, Hari Rasagalad, Vaishnava Janam, Jada Brahmam Brahmam, Hari Rasagalad, Vaishnava Janam, Kadachit Sangpashyam Stadanugamani, Shadiruchi Yutaha, Tada Krishna Britta, Tejati Sanakoir Maikadasam, Sarupam vibhrano vimalarasa bhagam sakurute. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur, Jagadguru told. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что мы можем поверить только чистому Вайшнаву. Но и в этом нет проблемы, но если мы будем верить даже полубогам, то и в этом опасность, что говорить о каких-то обычных людях. И вот Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что мы можем поверить, довериться только чистым вайшнавам, только им, никому еще. Даже Кришне мы не можем поверить, и Кришна может обмануть нас. И мы должны понять значение этих слов. И вот Бхактаджива, она полна неудовлетворения, каких-то проблем, так много боли в ее сердце, поскольку она не может понять, что такое Харибхакти. И поэтому она чувствует такую боль. Обусловленная душа, когда она может привести в гармонию свои желания и надежды и все прочее с желанием чистых вайшнавов или Верховного Господа, это то же самое. И тогда она почувствует удовлетворение, а пракрита сукха анубути, это зовется трансцендентное блаженство. И до тех пор, пока обусловленная душа не сгармонизирует свои надежды с Верховным Господом, свои желания или с чистыми гуру вайшнавами, то до тех пор она не почувствует удовлетворения, много желаний, надежд, различных анардх, они оскверняют сердце. И вот Шрила Прабхупад говорит, что есть только одна проблема. Если эту проблему решить, все другие проблемы, они решатся автоматически. И что же за проблема? Это Шрила Прабхупад говорит, все бесконечные проблемы, и они случаются по одной причине. Это зовется Атхокшаджасева. И вот трансцендентное Атхокшаджасева, это слово запутывает многих. Те сахаджи, они следуют своему пути, аулы, баулы и прочие картабаджи, они заявляют, что они баджин совершают. Но Шрила Прабхупад говорит, что никто не хочет объяснить своего сердца это значение. Согласно наставлениям Гуру Варги, никто не осмеливается сделать это, поскольку если Атхокшаджасева, этот термин, прояснится четко и ясно, и кто может совершать эту Атхокшаджасеву без вайшнавов, никто не может это делать, а качество вайшнавов какие, не тоже. Этот вопрос возникает, и Шрила Прабхупад говорит, это Атхокшаджасева, этот термин, он запутывает многих.
Это коренная причина многих проблем, поскольку никто не хочет решить это. И это главное. И вот адхокша-джа-сева, как совершать, кто может совершать эту адхокша-джа-севу и... И в этом главная проблема. Шрила Прабхупад говорит автоматически, другая проблема приходит. Очень, и вот это очень важное. Шрила Прабхупад говорит, что главная проблема, которая случается в обществе, я уже говорил раньше, что майявади, они приходят на путь преданности, оскверняют все это Шрила Прабхупад говорит, но вот, и вот Шрила Прабхупад говорит, не приблизившись к чистому чистым гуру вайшнавам, не достигнув дивья гьяны, кто-то смеет заявлять, что его дикша произошла, и в этом главная проблема всех проблем, что под именем Харибаджана, Харикатхи, проповеди, все различные неблагоприятные вещи случаются во всем мире. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это коренная причина всех проблем, что не приблизившись к чистому гуру, чистым гуру и вайшнавам, не обретя дивьягьяны от должного источника, мы провозглашаем, что мы получили дикшу. Ну, кто-то может даже 30 лет назад дикшу получить, но не видно знаков этих дикши, почему дивьягьяна не развилась до сегодняшнего дня. А можно наблюдать не только дивьягьяны, а кандагьяны. Какого-то здравого смысла нету в таких людях, которые заявляют, что получили дикшу 30 лет назад. Я уже говорил, что если вы позволите мне служить какому-то вору, то и характер, соответственно, будет такой же. А если кто-то будет служить полубогам, он и получит такие полубожественные качества. Если кто-то служит пандиту, то и качества такие же разовьются. А случай с Рамануджачари был полностью отличный. Рамануджачари Лакшмадеши, он отправился туда к Ядвачари, поскольку в то время Шанкара Сампрадая была очень могущественна, никто не мог думать что-то другое. Вот он вынужден был изучать Веданту от них, но Рамачандра, он вечный спутник Верховного Господа, и поэтому проблемы не было. И вот он служил своему Гурудеву Ядвачари, массировал его стопы и прочие виды служения исполнял, но Рамануджа Ачарья — это не он, вечный Ачарья, он не выбранный людьми. Как понять, кто вечный Ачарья, а кто нет? Шрила Прабхупад говорит, что автоматически все вечные качества Ачарья, они явятся в нем. Рамануджа Ачарья, он не был Ачарьей в то время, но автоматически вся чистая сиддханта, он произносил сиддханту перед Ядвачари из-за того, что он был подлинным ачарьей, это был особый случай. И вот Лакшмадеши, он служил Ядвачари, чтобы обрести знание Веданты. Но Рамануджачари смог дать ему посвящение, если изучить его жизнь, то когда я говорил о Рамануджачари, можно найти это все там. И также послезавтра у нас особая тема. И что за тема? Бхактивинода Тхакур и Шрила Джива Госвами Пад. Они оба Таттвачарья. Но особенность в том, чтобы понять Таттва Сиддханту Шрилы Джива Госвами Пада, мы должны изучить учение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Это тема следующей лекции. Вот смотрите, что я хочу сказать. Если вы позволите мне служить какому-то обманщику, бесстыжему человеку, если вы сомневаетесь, сами можете проверить.
если вы будете служить какому-то обманщику, то и качества у вас такие проявятся. Если будете служить какому-то бесстыжему, бесхарактерному человеку, то и у вас характер испортится. И что я хочу сказать, и что Шрила Прабхупад хочет сказать, если мы служим чистому садгуру Вайшнаву, то почему не является качество его характера в нас? Если наша дикша, мы заявляем, что она произошла, и мы не чувствуем никакого чувства, никакой необходимости служить Верховному Господу, так и, ну, как-то мы пытаемся тилаки малы носить, и, но не чувствуем такой строгой необходимости совершать харибаджан, мы чувствуем, что наша жизнь проходит, но это чувство не приходит. Почему так? Мы уже приняли прибежище у лотосных стоп гуру, но все же почему мы не чувствуем до сих пор настоящего чувства харибаджана бхакти? Какова причина за этим может быть? И вот первое то, что я уже много раз говорил ранее, когда дживатма, и вот когда ей надоело страдать, эта дживатма, она нас присытилась этими страданиями, то в этом случае она ищет решение. И вот в это время таттва джигьяса может прийти в сердце такой души. И вот такая душа может задуматься, почему столько проблем приходит в ее жизнь, и что же делать, как в Бхагавата можно найти пример Триданди Саньяси. И вот он был браманом, но торговцем, торговлей занимался, потом ему все надоело. И после этого он смог осознать, что это, несомненно, по воле Верховного Господа. И вот сейчас я немного счастлив. И вот он подумал, что Господь, несомненно, доволен им, поскольку он чувствует непривязанность, отречение, и вот он принял решение принять саньясу. И Шрила Прабхупад говорит, внешне каждый может принять саньясу, вы, он, и каждый может принять саньясу. Индия – страна свободная, кто что хочет, то и делает, кто следует писаниям, различным правилам и предписаниям, предписанным, кто же следует всему этому. И вот главная проблема в том, что никто не хочет следовать правилам и предписаниям. Если кто-то хочет принять саньясу, сначала нужно посмотреть на качество, на достоинство этого человека, достоин ли он вообще принять саньясу, и не только принять, еще и поддерживать эту саньясу, не просто приняли, а на следующий день забыли. И, к сожалению, таких людей много, и общество плюется в виде так называемых ложных саньяси, и из-за этого наша общество потеряло уважение среди других членов общества, поскольку не видят идеализма в нас. Шрила Прабхупад говорит, без, если кто-то принимает саньясу только чтобы зарабатывать деньги с собиранием пожертвований, и вот если это главная цель получения саньясы, то таких то такая саньяса никак бесполезна, и никаких благ
не принесет тому, кто принимает такую саньясу. Ну и брахмачарья тоже, если человек принимает не для служения ее, конечно, это все какое-то значение имеет, но в то же самое время очень опасно. Это лучше, чем, точнее, хуже, если просто как жить, как обычные люди. И вот если кто-то ложный отреченец, это очень опасно, и поэтому в Шримад-Бхагаватам Махапуране express concern about this. It is written there, Shudraha Pratigrahishvanti Tapobesho Pujivinaha Shudraha Pratigrahishvanti Tapobesho Pujivinaha. Those who are Shudra, Shudra means, always expressing doubts, always expressing dissatisfaction, Шокам кароти ши шудра. I am not getting патишта. И вот те, кто шудра, всегда чем-то недовольны. I am not getting enough money to control myself, maintain myself. Всегда, вот в общем, те люди, которые всегда чем-то недовольны, это один из главных признаков шудра. Много раз я говорил раньше, что ситуация, в которой мы оказались по воле Верховного Господа, это из-за нашей прежней кармы произошло. Мы должны с радостью принять это, и это признак Харибаджана. И вот сейчас в Шримад-Бхагаватам Махапуране мы такое указание получаем из Шримад-Бхагаватам тоже, но там, в общем, такие слова, что те, кто шудры, у них нет права вайшами даже называться. Они не должны даже вайшами называться, а не то, что принимать саньясу. И из-за этого осквернение происходит. В то время как материалисты, чистый бхакта, преданный Рупа Госвами Пат, он говорит об этом. Те чистые преданные, они выражают свои чувства. И вот Рупа Госвами говорит: «О Господь, если ты хочешь поместить меня в пещеру и окружить мое тело огнем, то я могу страдать от этого, но, пожалуйста, не давай мне никакой асатсанги». Но, к сожалению, мы не принимаем асатсангу с такой серьезностью. Мы должны принять решение избегать асатсангу любой ценой. Если мы видим какой-то ачарь или саньяс лицемерен, двуличен, а если мы не будем думать об этом, то ситуацию никогда не исправим. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он выражает беспокойство насчет этого, что если обычные люди не имеют в виду последователи его, не будут думать о том, чтобы опознать подлинное и ложное, то в итоге это получится как рак, который съест суть нашего баджана. В этом проблема. Вот тапавеша упадживанага значит, что люди, которые принимают саньясу, чтобы поддерживать свою жизнь с помощью пожертвований, просто чтобы жить на пожертвования и не работать, если это цель их принятия саньясы. Вот иногда можно видеть, что много людей хотят принять саньясу только для этой цели. Но это недостойная цель. Но, к сожалению, мы все виноваты в этом. Почему мы не следуем Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру? Почему мы не следуем Бхактивинода Тхакуру? Рупи Госвами — это наша проблема. We are responsible for that. Whom to blame? И кого же обвинять? Whom to blame? We are responsible for that. Если мы сами ответственны за это, Шрила Бхактивинода Тхакур, он еще 150 лет назад беспокоился насчет этого, что люди, которые недостаточно сознательны насчет этого, то
This pure prema dharma, то есть если преданные не будут осознанно относиться к этому, то все осквернится, и мы не сможем поддерживать чистую према дхарму. И вот те шудры принимают саньясу и живут на подаяние, которое они принимают в одежде саньяси. Но шудры, они всегда чем-то недовольны, всегда какие-то жалобы у них. Но вот первая шлока, первая строка из этой шлоки, и после этого что говорится? Те, кто адхармагья, как Дурьотхана Камса, они принимают саньясу, ачарья положение и разрушают всю систему. И вот они говорят о дхарме, а сами ничему не следуют, воруют, обманывают и прочими недостойными делами занимаются, но находятся в положении каких-то учителей, и такие люди не знают, что такое дхарма, что такое адхарма. Обычные какой-то материальные дхармы они не знают, не то, что говорить о божественной. Что говорить о Бхагавад-дхарме, если они обычной человеческой морали не знают, и такие люди иногда можно видеть, что хотят забраться повыше. И вот кто-то хочет забраться повыше. Но имейте в виду, кто-то в качестве лектора хочет стать повыше. Вот поэтому Рупа Госвами говорит, что среди таких спикеров и говорящих лекторов можно два вида найти. Один, который просто говорит, чтобы прославиться, кто полон желания обрести славу, побольше славы, почестей, а другой тот, кто бескорыстно воспевает славу Верховного Господа, без всякой корысти, даже запаха корысти нету, только он делает все по указанию Гуру Варги и говорит. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мое говорение Харикатхи, я вот сидя на Вьясасане с полной решимостью, я беру обет и я говорю только для удовлетворения нашей Гурварги и Шачитани Махапрабху, не для чего иного. И то, что я говорю Харикатху, все это посвящено служению Гурварги, а не для сбора почести, славы и почитания. И Шрила Прабхупад с тяжелым сердцем говорит, до тех пор, пока кто-то не достигнет нейтрального уровня, где нет никакого эгоизма, и вот до тех пор, пока кто-то не возвысится до того уровня, чтобы полностью бескорыстно служить Верховному Господу, он не может быть ачарьей. Мы не можем ожидать, что ачарья может быть политиком, или тем более хуже политика, такое невозможно. Ачарья не может вести себя так, как сейчас можно иногда видеть, что некоторые ачарьи хуже, чем политики себя ведут. Но это неправильно. Но эти политики не столь опасны, как так называемые ачарьи в одежде политиков, наоборот, точнее. И вот Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока кто-то не возвысится до того, чтобы полностью бескорыстно служить Верховному Господу, то... И вот если кто-то
А пока он не достигнет такого уровня полного бескорыстия, он не может действовать как ачарья или саду. Подлинный саду, подлинный ачарья, он может простить вас тысячу раз. Это не значит, что он не может простить вас. Я говорил последний раз об этой шлоке. Простить кого-то – это не такая проблема. Саду может это сделать, но когда вопрос лицемерия на пути баджана, вайшнава парадхи, нама парадхи, то чистые вайшнавы не идут на компромиссы в этом случае. Если они... А если кто-то идет на компромисс с чистой сиддхантой, то это признак лицемерия. Ну, конечно, они могут простить нас, но никогда не идут на компромисс с сиддхантой. И то прощаю в том случае, если мы заинтересованы исправиться, тогда они готовы простить нас. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, коренная причина всех проблем то, что это Адхокша Джасева, трансцендентная Адхокша Джасева, как ее совершать, кто такой Адхокша Джа, каково его положение, какова наша связь с Адхокша Джа Васту, с Верховным Господом, как совершать служение, какие качества должны быть в нас. И все связанное с этим приходит, как без получения дикши служить, а у кого получать дикшу, кому служить. И такие вопросы возникают, как получать дикшу садгуру, и потом получили ли мы подлинную дикшу или нет. Тоже вопрос интересный, поскольку если мы не заинтересованы в том, чтобы обрести дивья-гьяну, просто чувствуем какие-то проблемы в этом обществе, хотим как-то умиротворение какое-то получить, и если с такой мыслью, с таким настроением приблизиться к гуру вайшнавам, Шрила Прабхупад говорит об этом, что просто решить какие-то семейные проблемы, общественные или еще какие-то, и вот ради этого они принимают прибежище, то это неправильно. Если мы не заинтересованы служить лотосным стопам Верховного Господа, если мы не чувствуем никакой острой необходимости служить вечным стопам Верховного Господа, то как, что за дикшу вы можете получить, если вы вроде бы пришли к гуру вайшнавам, чтобы получить дикшу, но ситуация внутри вашего сердца не такая, что позволит вам принять дикшу. И, конечно, если гуру садгуру вообще, то и то не можем дикшу получить. И из-за того, что мы не хотим совершать харибаджан, и главный вопрос Веданта Сутри Адхата Брахма Джигеса. Санатан Госвами говорит Адхата Брахма Джигеса. И вот Санатан Госвами говорит то же самое. Кто я и почему я страдаю от этих тройственных страданий? И каково решение всему этим всем страданиям? Кто я? И это вопрос Адхата Брахма Джигеса. Веданта Сутра начинается с этого, или в Шримад Бхагаватам Адхата Таттва Джигеса. И если вообще у нас нет такого интереса о том, кто мы и почему страдаем, как же прекратить эти страдания, и вот если нет такого самовопрошения, то и дикша будет бесполезной, либо мы будем использовать ее для других целей. Можно вспомнить случай с Триданди Саньяси, когда он осознал сердцем, что он был очень счастлив. И вот он думал, что я думаю, сейчас Господь доволен мною, иначе почему же у меня развилась непривязанность к материальным вещам? It must be a very, very nice, you know, help, nice kripa of Supreme Lord.
И, несомненно, это милость Верховного Господа, почему это произошло, и после этого он принял саньяс. Не до этого, заметьте, и он принял решение служить лотосным стопам Верховного Господа всем сердцем. Шрила Прабхупад говорит, и это успех нашей саньясы, или Бабаджи Веша, неважно, это наш успех в том, когда мы принимаем решение служить Верховному Господу всем сердцем. И это успех нашей саньясы. А внешняя данда и оранжевая или белая одежда – это не столь важно. Но глупые люди не понимают этого, поскольку они недостаточно искренни. И поэтому они не понимают таких вещей, не получают божественную помощь, и в этом их проблема. И вот, когда вам уже надоело все, то вы пытаетесь найти ответ на такой вопрос, как «Кто я?», «Как я оказался в этом материальном мире?» и «После смерти куда же я пойду?», «Каково решение всему этому?» Если я буду вопрошать такие вопросы перед Таттвагьяни Пурушем, перед самосознавшей себя личностью, то это хороший признак. Таттвадарши Махапуруш, он может даровать Таттвагьяну автоматически, но мы не получаем из-за лицемерия внутри нашего сердца, из-за двуличия, и поэтому мы не обретаем этого. И вот, не достигнув дикши, не обретя божественного знания, если кто-то говорит, что дикша уже произошла, то в этом большая проблема, и она по всему миру происходит, и поэтому много всякой ереси под именем проповеди случается, и кто же может это остановить, все заняты какими-то личными корыстными вещами. Можно вспомнить ту шлоку, которую я начал. Кто такой настоящий ачарья, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур? Если мы будем следовать ему, Шриле Прабхупаде и его уникальной ачарьятве, то я могу гарантировать, что никто не сможет обмануть вас, но, к сожалению, мы слушаем много харикатхи о Шриле Прабхупаде, его идеализме, о том, как мы отдалились от пути Шрилы Прабхупады, какова текущая ситуация, и вскоре я буду говорить на тему Шрилы Прабхупады и Радхадасья. На день Радхаштами не смог, поскольку времени мало было. И вот таким образом, если мы поймем все это, никто не сможет обмануть нас, но кто уделяет должное внимание этому? Мы вроде слушаем, но я много раз говорил, еще раз повторю, что не приняв совершенной дикши у лотосных стоп гуру и вайшнавов, без искренности нельзя осознать, усвоить шастрагьян, иначе таттвагьяна она не примется нашим сердцем и будет бесполезным. И вот, не приняв стопроцентного прибежища у лотосных стоп садгуру и вайшнавов, никто не может утвердиться, достичь стабильности в таттвагьяне. Может, они, конечно, могут что-то запомнить и говорить, чтобы, но чувства кто получит? Но чувства они не могут получить. И вот та шлока, с которой я начал, хочу опять повторить ее. Расагалат, Вайшнаваганам, Вайшнаваджанам, Бабайшнаваганам. Джада Брамам, Брамам, Хари, Расагалат, Вайшнаваджанам, Кадачит Санкасам, Саданугамани, Шадручи, Джута. Тада Кришна Бритва, Таяти Санакоир, Майко Дасам, Сарупам, Бибрано, Вималараса Бхугам, Сакурути. What is the meaning?
И каково значение Шрила Бхактивинода Тхакура говорит? И вот Дасамула Татви он говорит, когда скитаясь по этим 14 мирам, мы случайно встречаемся с чистым вайшнавом, который полон трансцендентной любви. Апракрита премы. И вот Харираса Бхактираса, она преисполняет его. И мы можем осознать, что внешние признаки, они тоже проявляются. Поскольку Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, когда кто-то чьё-то бхакти при... Он преполнен бхакти, то его речь, то, что он говорит, то, что делает, все это показывает нечто, то, что в его сердце. А если кто-то делает что-то на показ, то это сразу видно, что человек не обрел силы духовные, а просто имитирует что-то. Но когда есть такой бхакти, который преполняет наше сердце чистого вайшнава, то тогда через его действия можно видеть, что его сердце, оно наполнено бхакти, это проявится. In course of your traveling to 14 worlds, you know, if you get in touch with a pure Vaishnava who is full of, и вот если в процессе скитания по 14 мирам мы случайно встретимся с вайшнавом, чье сердце наполнено премой, и вот если у нас будет возможность хотя бы увидеть этого вайшнава без всякого тщеславия искренне. И вот в процессе скитания по этим 14 мирам, если мы хотя бы осознаем наше плачевное положение, это зовется Сан Паршан, как-то так. Как можно вспомнить Чапал Гопала, они смогли увидеть вайшнавов на Вадхипадаме. Они видели самого Шри Чайтанья Махапрабху. И Девананда Пандит тоже видел вайшнавов, но благо не получил. И, то есть они могут видеть, как вот Шивас Пандит думал, что он беспокоил его лекции, его выкинули с этого собрания. И Махапрабху очень разгневался на его поведение. Он был оскорблен. И он был вынужден наказать Девананда Пандиту. Кто он? Кто он, чтобы читать Бхагаватам? Я заберу Бхагаватам у него. У него нет права прикасаться к Бхагаватам, но кто будет кого проверять? Сейчас, к сожалению, много лицемерия. Кто-то занимается коммерцией с божествами, с учениками, Бхагаватам, многие гневаются на меня, когда я говорю об этом, как, например, божества в храме. Мы иногда часто так случается, что не мы божествам служат, а божества нам. То есть если божества в храме, они пожертвования привлекают, а жители храма живут на эти пожертвования, то есть получается, что божества служат этим жителям Адха, а не наоборот. И вот Махапрабху был оскорблен этим. И вот Чапала Гопалу И вот Чапал Гопал, они взмолились Господу: «О Господь, Ты...» И вот, в общем, они просили простить их, а Махапрабху сказал: «Нет, я не прощу вас, вы должны из-за вашего оскорбления...» А, вот это к Деванаде Пандиту он обращается, что из-за твоего оскорбления Шивас Пандита ты должен страдать
целую вечность. И, а когда Деванада Пандит смог избавиться от этой, от этого оскорбления, тогда, когда он смог служить Вакришвара Пандиту, иначе он был бы проклят. И вот таким образом Сарвабхаума Бхаттачарья также не осознал. И потом, благодаря общению с Гопинатхом Ачарьей, он что-то осознал и получил милость Махапрабху. Без милости у нас нет выбора. Это Гаудия Бхаджан, мы должны день и ночь молиться о милости. Если мы думаем, что мы какой-то великий преданный, то это признак того, что мы падшая душа, а не какой-то великий преданный. Уникальное служение вайшнавов, оно может показать их трансцендентный идеализм. Если кто-то просто заявляет, что я ачарья, то это плохо. И таким образом, в процессе нашего скитания по 14 мирам, если мы встретимся с чистым вайшнавом и осознаем, что мы находимся в таком бедственном положении, то тогда это, конечно, смирение у нас может не быть, но тщеславие и гордости не должно быть, по крайней мере, и под влиянием общения с гуру вайшнавами это тоже пройдет. И вот в читании Чайтамрити говорится, когда такая душа встречается с вайшнавами, и вот если у меня будет возможность посмотреть на этикет, на характер, на Сиддханту Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, по его милости. И вот если я смогу посмотреть на него, то это, увидеть его, то это очень хорошо. И что здесь говорится в этом случае? Если мы встретимся с чистым Гуру Вайшнавом, то мы почувствуем вдохновение следовать сердцем этому Вайшнаву. Как я могу пример привести? Один Кришнадас в Раджавасе, когда Махапрабху находился в Амритале, то этот Кришнадас, я в Гурупуре буду говорить об этом. И вот с той стороны реки, с Ямуны, он возвращался. И вот он встретился с Чайтаньей Махапрабху, сидя на Имлитале. Вот Кришнадас, этот Кришнадас в Раджавасе переплыл реку и поклонился Господу и сказал: «О, мой Господь, сегодня, вот прямо сегодня у меня есть такая великая возможность. Прошлой ночью во сне я обнаружил некое божественное сияние». Он не знал, что он Бхагаван. Он просто говорил, что какой-то такой могущественный саду, который сияет. Я видел во сне, и сюда я пересек реку, вижу тебя, что это. И тогда после этого Кришнадас уже не оставил Махапрабху, следовал ему. И это может быть примером. Если вообще у нас будет возможность увидеть Шрилу Бхакти Прамода Кешава Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа или другого чистого вайшнава, то как мы можем оставить их? Это невозможно. Или если я пойму славу Шрилы Прабхупады, то как я могу оставить Шрилу Прабхупаду? Даже смерть не остановит меня, поскольку по его милости я пытаюсь понять какое-то великолепие того. И вот когда мы захотим следовать этому вайшнаву, то тогда, если мы получим харинам дикшу и все остальное, то тогда Кришна вритья, Кришна это значит Кришна нам, поскольку Махапрабху, вот он
воспевал святые имена, и Кришна Дас также делал, и, но здесь... Эти слова значат Кришна Баджан, когда Гуру Вишнавы, они показывают, как нужно совершать баджан, как повторять харинам полностью. Мы должны следовать. Если мы следуем Гуру Вишнавам наполовину, а наполовину не следуем, то результата не получить. Все время, когда Харикатха происходит, мы должны чувствовать это. Мы не можем имитировать, мы должны следовать полностью. И вот. И вот мы должны непрерывно повторять святые имена, и как совершать Кришна Баджан, мы должны узнать от Гуру и Вайшнава. Мы должны практиковать. И тогда под влиянием нашей практики gradually in course of your actual bhajan you are going to cut your material bondage. Bhaktivinoda speaking, tada krishna britva tejati sanakoir maikodasam. Gradually you can cut, gradually. Итак, постепенно мы сможем избавиться от материального влияния, и вскоре обнаружим, что все наши анархи, нежелательные качества, они ушли. И что мы должны делать с утра до ночи? Мы должны следовать Гуру Вайшнаву, Гуру и Вайшнавам, а не следовать своему беспокойному уму. Сейчас так, к сожалению, происходит, что наш беспокойный ум, он нами повелевает. I am doing, if you want to imitate me, if you have to understand my heart. If you go at all, don't go right side, go left side, and go up to Jogapitsi Mandir, and watch the, you know, Sudha Sanchakra of Jogapitsi Mandir, and come back. But after 7:30, in sunlight, you will have to go. So that you can get some, you know, sweat come out of your body, you have to give some labor. Up to that point, 7:30, don't go, you have to do Hari Bhajan. You know, that is also Hari Bhajan you can speak, Dham Parikram. You have to follow this point. So all the time you have to do Kirtan, Mandita, you are going outside. Then how you can do? Eh? Outside you can meet with somebody, you can gossip something. You cannot do Harinam properly. Но Махарадж говорит, что если вы куда-то идете, то нужно не забывать харинам повторять, киртаны, киртаны петь. То есть, если мы идем на парикраму, на ягопит, например, то сначала повторить какую-то часть харинама, а потом идти можно. Ну, сходить с левой стороны, желательно, чтобы никому не мешать, никто не задевал и не отвлекал. On which untranscendental bliss can touch your heart, and sarupam vibhranu, and you can gradually unveil, because now it is covered up. Bonded soul is not covered up, enveloped. Обусловленные души, они покрыты Майей, и вот и в процессе баджана подлинная сварупа дживы, она проявляется, и когда все анархи уходят, то это сварупа вибрама, это сварупа, она полностью проявляется, и тогда бимала раса, бимала значит чистая раса. Мы можем обрести чистое бхакти тогда. Чистые вайшнавы значит те, кто обменивается пятью видами рас с Господом, вот эти Махарадж перечислил. Fine way they are doing. They are Vaishnava. Maybe their rasa is different. So sarupam vibhranam bimala rasa. И вот у вайшнавов могут быть эти различные пять раз.
И we cannot confuse with material job, our health, you know, factors, mind factors, all we are going to confuse. So we should understand what is pure bhakti. И вот мы должны понять, что такое чистая бхакти, и иногда различные сомнения, они оскверняют наше сердце, и Шрила Прабхупада говорит, когда вы находитесь с теми так называемыми преданными, у кого есть какие-то, ну, которые ненавидят чистых гуру вайшнавов, если вы находитесь среди них, то в этом случае бхакти вы не обретете. Шуда-санга, общение очень важно. С начала до конца я говорю вам, чтобы избавиться от анарт. И потом есть различные виды бхакти. Вот в прошлый день я говорил об этой шлоке. И мы должны понять все эти шлоки. И когда мы все поймем, мы сможем начать чистое бхакти. Но не до этого, это очень сложно. И вот сейчас смотрите, майя, она всегда покрывает наши глаза. И мы, если я приведу пример, как есть солнце на небесах, но мы, иногда случается, что солнце за тучами или за облаками, оно есть, но не видно. You know, in comparison to this very, very teeny, this world. Кто-то может сказать, что облака покрыли солнце, но это неправильно, поскольку если посчитать размеры солнца и нашей Земли, солнце очень огромно, и это неправильно так утверждать. На самом деле эти облака закрыли наши глаза, или нас закрыли, вот это правильное сиддханта, и поэтому мы не можем видеть солнце, которое за тучами, и также Кришна. Мы, облака майи закрыли наши глаза, и поэтому мы не можем видеть чистую Гуру Вайшнава или Верховного Господа. Они самосияющие, Гуру Вайшнава и Бхагаван. И вот Кришну, Верховного Господа или Солнце никто не может закрыть, а просто эти облака, они наши глаза закрывают. И в Бхагавад-гите также говорится, что я покрыт майей, и поэтому никто не может видеть меня. И вот в Бхагавад-гите такая шлока есть, что Господь внешне покрыт майей, и поэтому Его никто не видит, а мы сомневаемся из-за того, что у нас есть материальные представления. Чтобы познать солнце, это не так просто. Кто-то думает, что тысячи лет после, а имеется в виду, если это солнечный свет, сколько он пролетает. То есть солнце достаточно очень далеко от нас, и не только это, еще там всякие ядерные реакции происходят в Солнце, но огромные температуры, и никто не может достичь Солнца. Это невозможно, никакой металл, никакой элемент не справится, он весь, если они подлетят, ну, что-то из этого металла подлетит поближе к Солнцу, то он расплавится. Настолько высока температура Солнца, какие-то глупые люди говорят, что а как этот полубог Солнца живет на этом Солнце?
Again, this conception of, you know, this, you know, apparent, you know, relative conception coming. Но опять возникает вопрос, это теория относительности. Если кому-то тут 40 градусов жары уже терпеть не может, а как такой человек хочет отправиться на Сурьялоку или Чандралоку, как это все, разве это ложно? Нет, просто те, кто отправляются на Солнце, у них они воплощаются в другом теле, как в теджмой боди, ну, имеется в виду в том, которое может терпеть такие огромные температуры, и поэтому как, а вот смотрите, как возможно было этому полубогу Солнца явиться Кунти Деви, чтобы благословить ее. Дурваса дала Дурваса. Она получила мантру от Дурвасы, и вот она пока была не замужем, хотела проверить эту мантру, данную Дурваса, и позвала Бога Солнца. И вот он пришел, и она стыдная была, стала, и он сказал, вот ты меня позвала, и мантра, вот я вынужден был прийти к тебе, что ты хочешь, ничего не надо. Иди, уходи. Не, я пришел, должен что-то сделать. Вы знаете, что все из Махабхараты, это история там описывается, и вот все эти концепции приходят к нам в ум, и мы должны понять, кто может избавить нас от этих неправильных представлений. Только чистые гуру Вайшнавы, они могут. Only if you are really, you know, 100% implying. If there is no duplicity, могут, если мы на 100% искренне. Если мы по-настоящему искренне, то гуру Вайшнавы, они все эти все неправильные представления, они развеют в нашем сердце. И вот вопрос возникает. Гуру Вайшнава, они очень осторожны, чтобы спасти нас от аппарат. На пути баджана мы совершаем какое-то служение, милость развиваем, потом ложное эго, не служим как следует, поэтому оскорбления развиваются, и человек уже не может на пути баджана находиться. Можно тысячи случаев видеть, даже кто-то принимает саньяс, потом падает, или ачарья становится, тоже падает, и много проблем случается. И вот в начале всего гуру-таттва в том, что гуру — это тот, кто может развеять все наши сомнения. Дивья-гьяна значит, что не может быть никаких мисконцепций, никаких ложных представлений о чем-то, если мы вообще получаем дивья-гьяну. То как это возможно, Шрила Прабхупад говорит, что до сих пор эта дивья-гьяна не явилась в нас. Как это возможно, Шрила Прабхупад говорит, что после получения дикши так много времени прошло, но люди чувствуют чувствуют что-то. А почему это происходит? Из-за того, что процедура получения дикши была несовершенна. Может, источник, где вы дикшу получали, несовершенен. Может, вы, может, процесс дикши несовершенен. То есть различные варианты могут быть из Хари Бхакти Виласа. Я говорил, еще буду говорить 1 сентября, на день ухода Харидас Такура и с моего учителя Гуру Бхакти Виган Бхарати Махараджа, я буду обсуждать это. И вот тот, кто гуру, гуру тот, кто может избавить нас от всех, от всего невежества и занять нас в гуру севе. Любые препятствия могут быть на этом пути. Я знаю, это очень-очень сложно. But still you will have to try.
Но все же мы должны пытаться, поскольку если наша цель обрести вечное служение Нитья-севу, если вообще заинтересованы в том, чтобы обрести вечное служение лотосным стопам Верховного Господа, то тогда да, вы должны следовать всему этому, иначе нет нужды. И вот согласно степени вашей степени вашего самопредания, вы получите результат. Но если вы будете откладывать на следующую жизнь, то кто может дать гарантию? То есть, если вы получаете дикшу, потом у вас одни проблемы, это говорит о том, что дикша несовершенная была, и вот вы должны достичь совершенную дикшу. Если вы получили мантру от Гурудева, но дикша была несовершенна, то вы должны получить дикшу совершенным образом. Вот Шикша Гуру, слушая Харикатху, дикша значит совершать самбанту гьяну. Я уже сказал то, что... И вот здесь самсчета значит с корнем, что Гуру Вайшнавы могут все наши сомнения, недоверие, они с корнем могут вырвать. И если мы по милости Гуру Вайшнавов сможем избавиться от всех сомнений, то тогда мы сможем начать настоящий Харибаджан. Гуру Вайшнава, они всегда предостерегают нас, как Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж. Он говорил, что если вы не сможете совершать совершенный баджан, то это пойдет, но ни в коем случае не совершайте Вайшнава аппарат. Если вы будете совершать оскорбление в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов, Бхагавана, Намы, Дамы, это большая проблема. Вы не сможете вернуть ваше сознание назад, поскольку если вы как-то пытаетесь развиваться, развивать ваше сознание, но это оскорбление, оно опять деградирует. И вот я приведу пример. Как Дакша Праджапати без всякой нужды оскорбил Шиву, Дурьотхан оскорбил Видуру, Прачеты. Имею в виду Дакша Праджапати, вот он хотел, оскорбил лучшего из вайшнавов Шиву. Он один из 12 махаджан. Но он был настолько горд, настолько полон ложного эго, что не мог видеть его славу. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что если кто-то становится слишком богат, он игнорирует и... Не уважает Гуру Вайшнавов, думает, что он сам выше всех. И вот если у кого-то много денег оказывается, то такие люди, как правило, гордятся, очень сильно игнорируют Гуру Вайшнавов. И тринадапи в этом состоянии невозможно. И еще если кто-то говорит какими-то красивыми словами, это не значит, что у них есть качество тринадапи. И вот ситуация настолько плоха, что даже если наш Гурудев вот построил, допустим, 5 матхов, и вот, например, предположим, что и Махарадж пример приводит, но, например, среди этих управляющих матхов несколько миллионеры, скажем так, а тут, если из этих 5 матхов, основанных Гурудевом, в одном ситуация плоха очень, что нет денег, почему другим матхам, которым некуда девать денег, не помочь бы своему же матху, который в нужде, запросто могут сделать это, поскольку Гурудев, это матх тоже Гурудевом основан, зачем как-то ограничивать все? Почему это происходит? И после смерти что станет с этими деньгами? И часто происходит, что родственники таких людей потом забирают все деньги. И
И вот если, почему бы не помочь матху, если у вас есть возможность, это есть Гурусева, зачем как-то отделяться от всего? Тем более это странно слышать от людей, которые вроде бы действуют как ачарьи. И вот Дакша Праджапади также возгордился, настолько возгордился, что оскорбил Шанкара Бхагавана. И поскольку этот Праджапати получил положение от Брахмы в качестве Праджапати, этим он возгордился и оскорбил Шанкара, начал поносить его, на чем свет стоит, но Шанкар, лучи из вайшнавов, он ничего не ответил, он промолчал. Но после этого вы знаете, что случилось. Это Дакшива Ягья, там эволюция произошла. Это Ягья полностью была уничтожена. И потом, что случилось, можно вспомнить. В четвертой песне Бхагаватам это описывается. Все полубоги, Брахма и все остальные, они пришли к Шанкару и просили прощения. И Шанкар Бхагаван ответил: я никогда не думал так простить, не так сложно, поскольку саду, чистый саду, каковы его признаки. Кто-то совершает ошибки, но все же из-за любви саду говорит, что не нужно совершать эти ошибки. Поскольку и вот обусловленные души, они часто совершают ошибки, но опять же это не значит, что если мы совершили ошибку, Гуру Вайшнавы простили нас, то мы не должны снова и опять повторять ту же самую ошибку. И вот Дакша Праджапати, по милости Шанкара Бхагавана, он вернулся к жизни, но головы не было. И поэтому козью голову ему прикрепили. И вот он молился Шанкара Бхагавану. Это все в четвертой песне Бхагаватам описывается. И вот он молился Шанкару: «О Господь, я не смог осознать Твое положение. Я очень глуп и вынужден был совершить ошибку, и Твоя обязанность простить меня, о Господь». И таким образом он очень смиренно молился. Но смотрите, когда я говорю о значении вайшнава апаратхи, если мы совершили вайшнава апаратху, то очень сложно избавиться от нее. Поэтому я пример привожу такой, и потом вернусь к анардхам и прочим. Но времени мало, я не уверен, что смогу все обсудить. Везде ограничения. И вот тот Дакша Праджапати, после его того, как он после его сожаления, и вот его голову отрубили, не нашли ее потом после этой потасовки и прикрепили голову козла ему. Но все же у Дакши Праджапати все равно было чувство зависти и оскорбления. Он не очистил свое сердце. Пытайтесь понять, все-таки запах какой-то этой зависть и неприязнь был. Не сама зависть и неприязнь, а просто запах этого. И поэтому Дакша Праджапати не мог спастись. И вот в Чакшуш Манвантару есть различные манвантары, и в эту Чакшуш Манвантару Дакша Праджапати родился в форме прачетас Дакши. И в то время также, поскольку это был запах того оскорбления, и поэтому он вынужден был
опять совершить оскорбление в адрес лотосных стоп Нарады, можно вспомнить. Дакша проклял Нараду: ты глупец, ты не саду. Почему так? Ты одурачил моих детей. Ты саду, а столько горя мне принес. Какой же ты саду? Ты просто мошенник. В одежде саду я проклинаю тебя. Ты не можешь находиться нигде больше 2-3 дней. И этот Прачетас Дакша, вот он опять проклял Нараду, чтобы тот не мог находиться в одном месте более 3 дней. Нараде пришлось скитаться. Но смотрите, Нарада, он не чанчал. Но это ваше проклятие подобно благословению для меня. И вот, хотя тот проклял его, Нараджи Парамахамса принял это как милость. Он сказал, чем больше чистые вайшнавы могут путешествовать, тем больше вероятность спасти кого-то. И какова же обязанность саду? Не собирать деньги с ваших карманов, а дать духовные знания, тело, их речь, их действия. Они посвящены Верховному Господу, и вот это есть настоящие саду. И вот настоящие саду, их тело, их речи, хум и все, что у них есть, они посвящены Верховному Господу. И саду видит, что его жизнь, она посвящена для всех других. Саду, он посвящает свою жизнь другим, и неважно, делает что-то кто-то для саду или не делает, это не столь важно, поскольку саду, они живут для других. Любовь, находящаяся в сердце Гуру Вайшнавов, она непостижима. Если мы будем пытаться применять нашу сухую философию, какие-то логические изыскания использовать, то мы не сможем понять. И вот Нарада, он был проклят Дакшей, но Нарада воспринял это как милость, что он может больше путешествовать и спасать обусловленную душу. Это обязанность, возложенная на него Верховным Господом. Зачем саду Гуру Вайшнавы приходит сюда, чтобы спасти нас? А если они не делают этого, то что толку от их жизни? Они носят саньяс, вешу, данду, ради чего? И поэтому много раз я говорил. И вот очень хорошо, если гуру Вайшнавы, они хотя бы свой даршан будут даровать другим, как говорится в этом киртане, что когда мы прикасаемся к воде Ганги, то мы постепенно очищаемся, но когда мы увидим чистого гуру Вайшнава, то моментально мы очищаемся. И вот можете проверить, если вы увидите чистого гуру Вайшнава, то вы получите некое облегчение, как я пример могу привести из жизни моего гуру Махараджа. Гуру Махарадж пришел с работы, он в офисе работал и хотел быстро доехать до дома номер 1 по улице Ультаданги. Там Шрила Прабхупад говорил Харикатху. Там у нас 6 часов начиналось примерно, и вот Гуру Махарадж спешил и ничего не взяв, он побежал. Then whenever Guru Maharaj put leg inside a chapel, one scorpion.
И вот, в общем, у него были такие туфли, тапочки закрыты, и там скорпион был. И он не заметил сразу, а потом... И вот, в общем, он засунул ногу в этот тапок, и скорпион укусил его. И вот он выкинул скорпиона и все равно побежал на Харикатху Шрилы Прабхупады. Он не опаздывал никогда. И вот он пришел туда, омыл ноги свои, начал, сел и начал слушать Харикатху. А Шрила Прабхупада, он антарьями, он всезнающий. Он сидел и смотрел, и он чувствовал. И вот Шрила Прабхупад говорил Харикатху и чувствовал, что вот этот молодой человек, он чувствует боль. И после того, как Харикатха закончилась, он спросил: «Я думаю, сегодня у вас проблема какая-то». И вот он не отвечал, а потом Шрила Пури Госвами Махарадж вынужден был сказать: «О, Прабхупад, я к вам спешил на Харикатху, и вот в моем тапочке был скорпион, я туда засунул ногу, вот он меня укусил, и поэтому я так сижу тут и страдаю». И вот смотрите, такое огромное служение, огромное желание слушать Харикатху, это тоже один из видов Ачарьятвы проявился с самого начала, поскольку только от Парикшит Махараджи мы могли видеть такое желание. Я уже говорил, что такое великое желание слушания Харикатхи, разве оно есть в нашем сердце? То есть это очень редко. То есть редко можно увидеть такое огромное влечение к Харикатхе. Если у нас такое влечение, и Гуру Махарадж, он великий ачарья, он вечный ачарья, он своим примером показывает все, не нужно делать его ачарья, он автоматически ачарья, сделанный самим Богом. И вот он имел огромную любовь к слушанию Харикатхи, и эта любовь к Харикатхе, она может помочь избавиться нам от всех анартх. И вот я говорил так много вещей о... О Бадхикари, о качествах вайшнавов, о их способностях, но времени нету, мне нужно закончить прошлую тему об анартхах. И вот в сердце чистых гуру вайшнавов огромная любовь находится. Они видят весь мир в связи с Бхагаваном, Верховным Господом. Раван может внешне принять саньясу. И, а что толку от этого? Какое благо от Равана можно ожидать? И таким образом, все вайшнавское общество, вне зависимости от каст и обществ, кто-то, например, гордится, что он из какого-то общества, и в его обществе не уважают Гаудия Мадхипа, так и люди никогда не обретут бхакти. Настоящий саду, как и настоящий ученый, он международный, как можно заключать какого-то саду или ачарью в какие-то рамки, что он наш, а тот ваш. Это невозможно, и те, кто заключает, это неправильно. Саду, он международный, он принадлежит всему миру, весь мир может обрести благо от этого саду. И так часто можно видеть, что некоторые возмущаются, что вот этот саду не с нашего общества, он там с Гаудия-матхой или еще откуда-то, и не можем ничего слушать от него. Но это глупость. Даже вот по отношению к саду, и то
такая политика и в адрес Шрилы Пури Госвами Махараджа тоже такая политика иногда происходит. И, к сожалению, и вот я говорил о различных уровнях чистых гуру вайшнава, но сегодня вот об этом не могу больше говорить. И вот я хочу рассказать также о Шриле Прабхупаде и его Рада Анугате. Там очень много сокровенного о Юктавайраге и прочих сокровенных вещах. И вот я должен подготовить почву для этого. Так много проблем могут случиться на пути нашего баджана. Если мы недостаточно бдительны, кто может сказать, что случится? Гуру Махарадж ушел, вайшнавы ушли, и все ушли. И если мы думаем, чувствую себя беспомощными, то в этом проблема, поскольку когда гуру вайшнавы были, они хотели, пытались помочь нам, но мы не смогли принять достаточно помощи сейчас. И если вы потеряете этот шанс, то вы... То вы... И вот когда Нитянанда Баларам, они организовали сами, они показывали нам, как можно совершать харибаджан, они давали намек, и на 100% это сделал Нитянанда по его воле, по его милости, по милости Баладева Адигуру. Шанкар Бхагаван, они все, это Гуру Татва, они помогут нам, что у нас была возможность слушать Харикатху, Харикиртан, но, к сожалению, даже сейчас мы недостаточно искренни, чтобы воспользоваться этой редчайшей возможностью. И вот опять я буду говорить о уровнях гуру и вайшнава. В прошлый раз я говорил, можете вспомнить. Но чалати бхагават падар виндат лаво нимешардам опи я са вайшнава. Who is вайшнава? Кто такой вайшнав? Я уже говорил об этом дней 15 назад. И вот когда... И вот когда я говорил о Кали, если мы находим, что какой-то гуру вайшнав или ачарья занят какими-то материальными вещами, сбором денег, славы, почести, то мы должны отказаться от него и принять прибежище у чистых, настоящих гуру и вайшнавов, иначе у нас не будет возможности спастись. И вот И вот если мы получили дикшу у какого-то мошенника, то толку нет от этого. Или если мы принимаем гуру в соответствии с его славой, богатством и прочим, то где вопрос Дивьягьяны? Хотя Бхактивинода Такур говорит: «О, люди, не спешите, что вам нужно срочно получить дикшу». Нет, ждите и смотрите. Ждите и смотрите, пытайтесь иметь терпение, поскольку это по воле Баладева произойдет. Если вы достаточно искренне, то в соответствии с этим вы обретете божественную помощь, вы обретете даршан саду, как я, например, получил моего Гурудева. В тот день, однажды, вот Махарадж на берегу, вот Махарадж рассказывает, как он встретил своего Гурудева, вот оно. Вот он в Вриндаване, он журнал с изображением Гурудева
нашел, и ему внутри кто-то сказал, что это твой гуру, и потом он поехал в Навадвип, переночевал на берегу реки, и утром поехал в Навадвипу, и там встретился с Шрила Бхакти Прамодом Пуридевом Госвами Махараджем. И это был такой гуру, которого он мечтал обрести. И Кришна исполнил его желание, никто не обманул меня, никто не тянул меня туда и сюда, просто по милости Нитьянанды я получил вот такое вдохновение от изображения Гурудева во Вриндаване. И таким образом мы должны ждать милости Нитьянанды и не пытаться делать самим что-то. Глупо думать, что можем прийти и получить дикшу какого-то гуру, у которого тысячи учеников, и что в итоге случится. Но если вы хотите следовать Шрили Бхактивинода Тхакуру, то, пожалуйста, смотрите, ждите, ситуация укажет вам, кто ваш гуру. Это должно произойти. И поэтому я объяснял это, и вы помните, надеюсь. Как если царь, как Раджариши, как Парикшит Махарадж, как Юдхиштхира Махарадж, или Амбариш Махарадж, или Джанак Махарадж, они не злоупотребляют своим богатством, которое у них уже есть в их казне, по милости Верховного Господа. И вот Дува Махарадж, Прахлад Махарадж, они несказанно богатые. Но никто не гордится и не злоупотребляет этим. Амбариш Махарадж всегда хотел использовать их для Кришны Севы. И вот особое наставление, данное нашей Гуру Варгой. И вот если вы видите, кто-то занят какими-то запрещенными вещами, вот как Парикшит Махарадж, он дал кали 5, и вот места, где эта кали может жить, и чистые саду, они должны избегать всех этих мест. И вот кто-то может петь этот киртан, но почувствовать, кто может слишком много денег, они станут причиной влияния кали на нас. Нам не нужно это, если нам по милости Бхагавана, Верховного Господа, если это само приходит, само собой, мы можем организовать какое-то служение, книг, публикации, место для харикатхита, мы можем делать по милости Нитьянанды, но мы не можем давить на кого-то. И вот согласно этим представлениям, посвящению, вдохновению, кто-то может помочь нам, это служение, люди должны чувствовать вдохновение, поскольку после получения дикши, если вы не чувствуете вдохновение совершать служение Гуру Вайшнавам и Бхагавану, то, несомненно, тогда ваша дикша несовершенна. И вот те, кто избегают этих мест, где кали живет и влияет на те места, но такие подлинные гуру, они очень-очень редкие, кто может дать нам четкое представление об абсолютной истине, абсолютным образом, находясь на абсолютной платформе, и это еще более редко те, кто могут принять эту татву. Это более редко, я знаю, садгуру очень-очень редок, но ученик, тот, кто может принять знания этого садгуру, еще более редок. И сейчас такая ситуация, как мы можем
непрерывно поддерживать поток татва-гьяны. Как мы можем сохранять богатство нашей сампрадаи? Вани Вайбав, это учение нашей сампрадаи, это главное. Если мы это потеряем, то мы потеряем все. И мы не сможем, если мы потеряем Вани Вайбав, то тогда мы не сможем говорить о себе, как о гаудиях. Кто-то говорит, что это слишком сложно, но что значит сложно? Бхагават Бхаджан, он сам, если мы вообще заинтересованы совершать Бхагават Бхаджан, это одно. Если мы только чем-то посторонним занимаемся, то это плохо. Если вам, вы хотите достичь лотосных стоп Верховного Господа, то вы должны стремиться к этому. Вот смотрите, Девананда, пандиты или Чапал Гопалани получили даршан многих вайшнавов, но все равно они пали. И в последний раз я говорил о том, как понять, сколько анарт, какие анартхи есть в нашем сердце, поскольку не избавившись от анарт, мы не можем начать настоящий харибаджан. Если анартхи есть, как это возможно для кого-то действовать как ачарья? Шрила Бхактивинода Тхакур говорил с Бхаджан Рахаси. И вот он перечисляет все эти анартхи. И вот есть четыре главных видов анарт. И каковы же они? Асад Тришна, Хридой Дурбалья, Апарат и Сваруб Вибрам. Асад Тришна это... И, а еще у каждого аппарата четыре этих отделения, четыре вида. И вот... И вот каждая имеет четыре вида из-за этих недостатков. И вот мы попытаемся всех их обсудить сегодня. И вот с полным вниманием мы должны слушать это, поскольку анартхи, если анартхи есть в нас, то с анартхами это практически невозможно начать харибаджан. И избавившись от всех анартх, мы сможем начать харибаджан с самого начала. Мы должны, под корень мы должны избавиться от анартхи, тогда мы сможем совершать харибаджан, поскольку хари – это не объект нашего восприятия, которое находится в этих внутри этих 14 мирах. И вот те, кто совершает баджан хари, кто ниргун, ниргун значит за пределами материального влияния, за пределами влияния тригун материальной природы. И хотя хари, если хари он за пределами сатвы, там и раджагуны, и те, кто поклоняются этому хари, они тоже должны возвыситься на этот уровень, выйти за пределы материальной обусловленности, влияния материальных гун, материальной природы. И вот хари – это не объект, который мы можем найти внутри этих 14 миров. Хари – он трансцендентен. И вот Парикшит Махарадж говорит, Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу, что хари в форме параматмы наблюдает за всеми, что мы хотим делать, что надеемся. Хари, он смотрит за всем этим. И вот он смотрит на нас, что мы делаем, каковы наши желания, наши планы, и он смотрит за всем этим. И если мы хотим совершать баджан хари, мы должны возвыситься до этого уровня.
иначе мы не сможем начать харибаджан. И с анартхами никто не может совершать подлинный харибаджан. Сейчас мы практикуем, но с такой решимостью, что вскоре мы избавимся от всех анарт. И мы должны быть заинтересованы войти на путь подлинного харибаджана, чтобы хари, гуру, вайшнавы, они были довольны. И это должно быть желанием нашего сердца. Мы не должны быть торговцами, которые всегда только думают о потерях и приобретениях. И такие люди не могут совершать харибаджан, это невозможно для них. И вот Сварубрам, Татвабрам, это тоже один из этих четырех видов недостатков. Я уже говорил, что Дживера Сварупахоя Кришна Нитьядас, не каждый может это чувствовать. У Дживы есть качество независимости, свободы, поэтому они думают то, что хотят. Какие-то логические заключения применяют, но сварупа дживы в непокрытом состоянии – это Кришна Нитьядас. И в более зрелом состоянии, когда джива понимает полную славу лотосных стоп Нанда-Нандана Шри Кришна, она может почувствовать расу. И в этом случае Махапрабху, он показывает нам, как мы должны, с чем мы должны отождествлять себя. И тогда на этом уровне, вот это в Шикшаштаке описывается, и после этого мы можем сказать: о Прабху, я... И вот последнее... Вот последние шлоки Шикшаштаки – это наивысшее осознание раса-таттвы. Но не все могут до этого возвыситься, но это учение Махапрабху, опять же. И вот это... И вот это настроение преданного Рупануги. Рагануга – это открытый термин, но смотрите, когда мы чувствуем такую боль, как Махапрабху, такое чувство, Махапрабху плачет и говорит перед Кришной. Махапрабху плачет и говорит перед Кришной. И через эту шлоку Махапрабху показывает нам, что чтобы войти на путь Рагануга или Рупануга Баджана, мы должны принять 100% прибежище у Харинама. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур и Махапрабху, они говорят нам, что мы должны принять абсолютное прибежище. Мы должны принять абсолютное прибежище у лотосных стоп Намы Прабху. У лотосных стоп Намы Прабху, да. У Намы тоже есть лотосные стопы, я могу обсудить это в один из дней. Нам Прабху, это кто-то повторяет мантру Харинам, но это олицетворение Рады Говинды, и можно видеть их лотосные стопы в Калне. Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж, он поклонялся только нам, Браме. Какие-то преданные, какие-то украшения дали нам Браме, тот предложил их. И так поклонялся он Наме Прабху. И однажды какой-то вор украл эти украшения Бхагаван. И Сывак сказал: о Баба, все украшения нам Брамы украдены. И Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж засмеялся и сказал, что может... Нам Прабху не хочет их носить, поэтому что делать? Через какое-то время этот вор, он вернул все.
положил перед божествами и ушел. И Севак сказал: «О, Баба, что случилось? Вот все украшения назад вернулись». И Бабаджи Махарадж засмеялся, сказал: «Может, нам Прабху хочет одеть их, предложи их опять». И вот он видит, как нам Прабху, как Рада Говинду, Югала Кишава, божественную читу. И вот сейчас я кратко расскажу об этой важной теме в своей татве Джива Сварупе. И вот если все дживатмы почувствуют, что они вечные слуги Кришны, и садья саддантатва, я пример могу привести в читании Бхагавате, там можно найти такой пример, что Махапрабху, как ученик, как гуру, учитель, он поехал в Бангладеш сейчас, в то время Индия была, сейчас Бангладеш, и вот Махапрабху был там и учил санскритской грамматике, но там много людей пришли, чтобы узнать о саддхи-татве. Тапан Мишра пришел, можно вспомнить, и вот Тапан Мишра пришел к Прабху и сказал: «О, Прабху, я был запутан долгое время, как кому поклоняться, что за саддхи-татва, я не могу все понять, и все советы дают неправильные, но сегодня, но ночью, когда я спал под утром, ко мне пришел знак во сне, что Нимай Пандит пришел из Навадвипы. Он сам Парабрама, Паракилешвар, ты можешь пойти к нему, и он расскажет о все подробно о саддхи-татве, и поэтому я пришел к тебе, как совершать Харибаджана, что такое Самбанта, Гьяна, Абхидея, Гьяна, Прайоджан, весь мир, он запутан. Те, кто не следует Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Такуру и Бхактисиддханте Такуру на 100%, они в замешательстве. Я гарантирую это. Те, кто не следует Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Такуру, Прабхупаде и Бхактисиддханте Такуру, они все находятся в замешательстве, они не могут понять, что и что. Все хотят обмануть их, какое-то свое место занять, показать, что они сами великие ачарьи. И вот есть разные виды татвы, и виродхи татва есть, это против баджана, то, что негативное. И если у нас не будет четкого представления о негативном, то тогда мы не сможем утвердиться в позитивном баджане. В тот день я говорил об этом. Если у нас нет представления о тьме, как мы поймем великолепие и славу света? Чтобы понять славу света, у нас должно быть негативное представление о тьме также. И тогда все будет ясно для нас. И так мы должны пытаться понять, почему наши предыдущие ачарьи сказали так, это не очень ясно и четко. Если мы не поймем, что такое позитивная бхакти, можем под именем бхакти чем-то иным заниматься. Я уже говорил об этом. И вот если под именем бхакти преданности все находятся в замешательстве, и что такое негативное саддхи-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 саддхи
это чтобы утвердиться на платформе чистой преданности. И вот более подробно некогда мне рассказывать. Следующий день, надеюсь,
смогу закончить эту тему. Махарадж в календаре смотрит, когда следующая лекция будет. И вот здесь это описывается, то, что Ашат-Тришна, какие-то посторонние желания, которые не имеют никакой связи с Кришна-Бхаджаном, и эти желания зовутся Ашат-Тришна. Это такие необычные желания, которые не связаны с Кришна-Бхаджаном. И вот такие необычные желания, никак не связанные с Кришна-Бхаджаном, это тоже препятствие. И если мы не поймем это, то это проблема в нашей жизни. И вот 30-го дня явления Шрилы Бхактивинода Тхакура и Дживы Госвами. И вот смотрите, Ашат-Тришна, не такие посторонние желания, не связанные с Кришна-Бхаджаном, которые оскверняют наше сердце, и они четырех видов. Осквернения могут быть из этой Ашат-Тришны. И кто-то в этой жизни имеет какие-то желания, которые не имеют никакой связи с Кришна-Бхаджаном. Это Ашат-Тришна Ахай Ойхик, Паратрик, после смерти. Если кто-то хочет обрести славу, почести, кто-то хочет прославиться после смерти, все делает для этого при жизни, это тоже к той категории относится. Ойхик, Паратрик. И вот следующее бутикам, вибути, какие-то йогические совершенства, кто-то стремится обрести, это тоже такие нехорошие, неблагоприятные вещи. В тот день я говорил, один друг другому хвастался. И вот он говорит своему другу, что я тут баджан совершал 25 лет, и чего ж ты достиг? Другому хвастается, что 25 лет баджан совершал, и вот пошел хвастаться, пошел к реке и пешком прошел по воде, а этот друг его засмеялся, смотри, я тут за две рупии всего лишь могу лодочнику заплатить и переплыть реку. То есть кто-то посвящает свою энергию различным целям, кто-то какими-то единоборствами занимается всю жизнь. Но, опять же, можно всю жизнь готовиться к какой-то битве, но этой битвы так и не настанет, а кто-то может просто купить за копейки какой-то пистолет и пристрелить такого человека, который всю жизнь единоборствами занимался, и все его занятия окажутся глупыми и бестолковыми. Айшана, Бутикам, Бибутикам, and somebody
Кто-то стремится к йога-вибхути, пытается получить какие-то йоги-йогические совершенства, пытается читать мысли других, видеть все издалека и прочие совершенства. Это, конечно, возможно. Один саду-йоги, он совершал свою аскезу в Гималаях, в какой-то деревне сидел под деревом баньяна, и там убийство какое-то произошло, и рядом метров 200 от того места, где он сидел, и тут полиция пришла, спрашивали, свидетели искали о том, как поймать этого убийцу. И вот йоги этого арестовали, в тюрьму посадили. Люди как не понимали, почему так. И вот в суде спросили: ты знаешь, кто убил, кто убил? Сказал: вот тот, он убил. И все начали возмущаться. И вот спросили, не врет ли он, что тот ли человек точно убил, и как-то возможно. А тут начали возмущаться, что как он за 200 метров человек разглядел вообще, что хотели оправдать этого убийцу, что вот как он за 200 метров увидел этот йог, сказал. И вот этот йога сказал, что хотите проверить мое зрение, вот, если сомневаетесь в остроте моего зрения, вот можете отойти вот подальше. Там, видите, вон там за метров за 300 вон муравьи ползут. Как не может быть, что несете? А йог сказал: идите и посмотрите. Вот этот адвокат пошел, действительно, там метров за 300 муравьи проползали, полы этих, и те судья и адвокат, они признали, что действительно мог этот йог с 200 метров разглядеть, кто там кого убивает. After that, wanted to get the knowledge about the secret, you know, karma, you know. This way, everything possible. By yoga, we will. И вот с помощью йогической силы очень много возможно в своей жизни тоже я видел. Я вот был в Гималаях давно достаточно, лет там 30 назад по разрешению Гурудева. Даже на Гамухе я был, это высшая точка. Это в Гималаях очень высокая гора, и Махарадж там был, в Тапаване был, это Дивья Бхуми, уже божественная земля считается, и там один йоги был, и одна Матаджи там, в общем, несколько йоги было, одна Матаджи какие-то рядом жили, и вот она рассказывала, что она с Карнатаки пришла, и последние 50 лет здесь йогой занимается, а как вы никуда не уходите, никуда не хожу. И не хотели бы в Кедранараян, Бадранараян сходить, посмотреть. И Матаджи сказала: да, я там была уже, а я понял, что она с помощью этой йогической силы, она куда надо. И вот она сказала, что когда я хочу даршан получить, я быстро вот лечу куда надо, благодаря йогической силе и получаю даршан и возвращаюсь. Я вот видел, она на Кали похожа такая.
И вот с помощью этой йога-вибхути, кто-то с помощью своего баджана так, различных совершенств достигает, но Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур в своей жизни никогда не показывали никаких йогических совершенств публике, хотя они были у них. Но Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, Шрила Пури Госвами Махарадж, они никогда не гордились и не демонстрировали эти йогические совершенства. Это против принципов чистой преданности. Гурупад Падма, он однажды исцелил одного человека, он был раком крови болен. Доктора сказали, что уже все, лечить не будем его, молитесь Богу, скоро помрете, никто вас не спасет. И вот они пришли к Гуру Махараджу, и вот просили, Гуру Махараджу надоело, сказал, были типы пыли с Савакунзи в 2 часа ночи, и вот в такую-то накшатру нужно воду с Ямуны набрать и приходите. И вот он не собирался их исцелять, но в общем они ему надоели своими приставаниями, и он исцелил этого человека. Bhagavan Das Bhajma, his body is there in Kalna, but he is driving in a goat from Tulsi Garden. И вот однажды Бхагаван Дас Бабаджи Махарадж был в такой медитации, и какой-то замендар пришел, тут ударил палкой, но и тот обиделся, но потом он узнал, что этот Бабаджи Махарадж, он так погонял козу, которая пыталась есть Тулси. We can stop Harikatha. The day they are going to wash lotus feet and all, give garland, that is the last day I can stop Harikatha. I don't like. You know? So, today I would like to finish up to this point. I can speak in details. So, Ohik, in this very life, in this life, there is some жизни. Power, everything. This, you know, Ohik, Paratvik, after their body is gone, you know, they like to get some power. You know, this way, bhuti vancha, after they are going to get some vibhuti, and after the mukti, they like to get mukti. И вот, so, bhakti, you cannot, кто-то стремится к каким-то йогическим совершенствам, к освобождению, но бхакти мы никогда не обретем, пока не захотим служить чистому преданному, который сам занят в служении. Мукти — это освобождение, кто-то стремится к нирване, где нет никаких проблем, но какое отношение это к нам имеет? Те, кто совершают бхакти, они автоматически обретают это все, и никакие проблемы не затрагивают их. И более подробно я буду говорить на следующей харикатхе. What we are going to hear clearly to understand all from whole point. So try to remember. И вот мы должны пытаться помнить Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати, не забывать его. Брешобхану сутадай тану чарам чарана ситарену дарастамахам махатадбута павана сакти падам панамами сада Прабхупаду падам. Пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам, ванча калпатурвасы кипасиндхи бхавача, патитанам павана бхавишна бхю намуна.